Приветствую вас, мои красоточки! Приветствую, мои прекрасные, мои дорогие гости, очаровательные! Я сегодня в приподнятом настроении. Не планировала писать видео, точнее, я планировала, я каждый день планирую и стараюсь себя дисциплинировать, привести в подарок с самого утра, записать это чудесное кино для вас, показать красивые свои произведения искусства, бисерного творчества. Обязательно что-нибудь продемонстрировать, чтобы поднять настроение у себя, пробудить желание у вас, мои хорошие, мои милые, красивые, пробудить желание жить, жить в удовольствие, нравиться себе в первую очередь и всем остальным как следствие. Так вот, у меня сегодня было столько дел. Во-первых, я отправляла брошку, посылку своей заказчице. Улетела моя бабочка. Ох, и зажилась она у меня, долго жила. Эта работа одна из первых. Ой, сколько я над ней трудилась, это не передать. Сколько бусин я перешила. Наверное, ни одна бусинка не легла с первого раза. Настолько вот было трудно примерить и найти место. Ну, кто видел, эта бабочка, она еще есть. И здесь у меня на канале есть видео про нее. И в Инстаграме у меня есть фотографии. И наконец-то ее кто-то полюбил. И она нашла свою хозяйку. Так что я сегодня отправляла посылку. И полдня потратила на то, чтобы сформировать заказ. Покупала материалы. Материалы покупала в двух разных магазинах. Ой, все деньги, что выручила за брошь, ушли, и даже пришлось доложить свои сверху еще 300 гривен. Короче, сделала огромный заказ, больше чем на 1000 гривен бусин. Ну, как огромный, придет там конвертик, жбенька, как обычно. Знаете, бусины очень дорогие. Например, для паучка купила вот одна бусина Сваровский, жемчуг. Цвета, вот такого цвета, кстати, как лососево-розовый, он, точнее, он называется коралл. Покажу, когда приедет. Значит, одна бусина крупная для паучка, для тела, 26 гривен. Ну, представьте себе, вот так вот, вот так вот. Вот такое творчество. Знаете, как художники жалуются всегда, что краски дорогие. А такие мастерицы, как я, конечно, пеняют на то, что бусины дорогие, нереально подобрать. Как же трудно, понимаете, нет ни одного такого магазина, куда бы можно было зайти и в нужной цветовой палитре, в нужной цветовой гамме набрать бусин разной фактуры, из разных материалов, причем качественных бусин, чтобы они не облазили, чтобы с них покрытие не сдиралось, чтобы они сверкали, сияли, искрились и переливались и на солнце, и при комнатном искусственном свете. То есть ни одного такого магазина нет. Бусины в буквальном смысле собираешь и коллекционируешь по всему свету, по всему миру. Где-то там попалась в каком-то магазине определенный цвет, а тебе его не хватает. Вот не хватает для твоей палитры, для создания... Ой, камера. Так, стоп. Стоп, машина. Не хватает, понимаете, вот для органичности, вот чтобы именно ее вставить куда-то. Когда маленький ассортимент, очень трудно вышивать. И изделие смотрится совсем иначе, понимаете? Не так дорого, не так шикарно. Нужно, чтобы было всегда в полном количестве, полный набор и разных размеров одного цвета бусин, и разной фактуры, и из разного материала. Тогда получается шикарнейший, потрясающий эффект. Но, как вы понимаете, и стоить такая вещица будет ой-ой-ой, как недешево. Потому что за какой-нибудь десяток бусин покупаешь, а доставку ты платишь ого-го, понимаете? Новая почта, некоторые магазины услугами Укрпочты не хотят пользоваться. Поэтому платишь по полной, за малюсенький конвертик ты платишь 90-95 гривен, вот я показывала, покупала фурнитуру серебряную, да, я купила там два комплекта швенц, и за это удовольствие 95 гривен за доставку, сверх того, сверх стоимости. А что касается бусин, представьте себе, пока ты соберешь нужную палитру из всех магазинов, это и время, это и деньги, и переплаты за все, ну, Поэтому, ну, не может ручная работа априори стоить дешево. Вот, рассказала вам такие интересные, я надеюсь, нюансы
пишите в комментариях. Интересно вам было послушать о трудностях вот такого вот ремесленника-бисероплетельщицы, как я, вышивальщицы, которая зарабатывает... Ой, что-то случилось, прервалось мое видео. Моя видеозапись потерпела крушение. А я как раз стала рассказывать, как можно со мной связаться по вопросам заказа или приобретения таких серёг. Если кому нравится, очень я могу сделать и гарнитур к этим серьгам, и еще в комплект кулон аналогичный. Значит, цвет бесподобный. Сделаю крупным планом съемочку, покажу, увидите, сами убедитесь. Так. Все мои контакты вы найдете здесь, на YouTube, на моем канале, в разделе «О канале». Он так и называется. Там все средства для связи, все мои способы, возможности связаться. Все указала. Также ссылки на мои социальные сети, в том числе на Instagram. Подписывайтесь. Туда я выкладываю не только видео, но и фотографии украшений. Крупным планом можно все подробно рассмотреть. Так, серьги эти у меня вышивка на коже. Кожа очень нежная, тоненькая, приятная, такая телесного цвета. Обалденная, галантерейная. Из нее одежду шьют. Вот, достала по случаю. Повезло, можно сказать, с материалами. Так, кристаллики сочненькие такие, искристые. Ой, вообще мне ассоциация устойчивая с этими серьгами, точнее, эти серьги, устойчиво ассоциируется с каким-то дорогостоящим вином, вот с какими-то винными погребами и каким-то вот дорогим, знаете, таким в ресторанах подают с большущей выдержкой. И кристалл тоже такой вот он, и сочный, и цвет вина дорогого, и прозрачный, чистейший, как слеза. Качественный кристалл я использую, очень качественный. Так, что вам еще сказать, мои хорошие? Из-за этого сбоя, я не знаю почему, думала, память закончилась, место закончилось. Так нет, вот пишет телефон, нормально, есть еще место. Ну, в общем, что-то случилось, наверное, куда-то не туда нажала, и запись прервалась, придется еще монтировать теперь, соединять две части. Так, ну о чем вам еще сказать, мои дорогие? Значит, серьги просто фантастические. Посмотрите на них. Окраска эта радужная. Ай. Нет, сейчас солнца нет, спряталось. Но если бы было солнце, вы бы увидели, как радужные переливы. На каждой бисериночке вот радужная есть какая-то такая вот изюминка сияющая, сверкающая, делающая их особенно красивыми. Так, есть у меня еще к этим серьгам для девочек, которые любят себя очень, блюдят, радуют и балуют всячески. Для вас, мои милые, у меня есть обалденная серебряная фурнитура, очень компактные замочечки. В моем инстаграме закреплен пост, вы можете зайти посмотреть. Из серебра, из ювелирной мастерской. Заказывала аж в самом Киеве. Столичной мастерской ювелиров. Очень продвинутые мастера давно на этом рынке работают. Изумительные вещи делают. Выбрал на свой вкус. Но там у меня есть выбор. Два комплекта, можете посмотреть. И совсем изящная, английский замочек. Они очень компактные. Не вот эти все, знаете, с родиевым покрытием, ювелирные сплавы. Там с какого-то Алиэкспресса, которые там непонятного размера вообще на ухе висят, как цыганские какие-то, или для кого они делают, гигантские. А именно ювелирная работа, аккуратные, компактные английские замочки. Смотрятся бесподобно просто. Так что приходите в Инстаграм, посмотрите. И цена за них там указана. В Инстаграме все цены я указывать начала теперь. Так что приходите, рассматривайте. Пишите в комментарии, нравятся ли вам такие обзоры, или, может быть, какой-то формат изменить, чтобы вы больше хотели услышать, узнать о работе, о материалах, может быть, размеры стоит озвучивать. Напишите в комментариях, что бы вы хотели услышать, что бы вы хотели больше узнать.
о моем творчестве, о заказах, о приобретении, а может быть, способы оплаты озвучить, хотя это и так понятно, на банковскую карту я принимаю деньги, на приват-счет любой, есть у меня обе карты, там куда удобно. Ну все, мои хорошие, буду прощаться, пока-пока, любите себя, целую, обнимаю, любите, берегите и балуйте.